Привет, мой дорогой подписчик. Как говорилось в одном известном кинофильме... Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. Правда, там добавлялось еще... И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. А можно ли исполнить эту давнюю советскую мечту, имея в кармане всего 100 тысяч рублей? Чтобы ответить на этот вопрос, мы назовем более-менее популярные и надежные машины в свои классы, которые укладываются в назначенную нами сумму, и расскажем, во сколько обойдется их ремонт. Поверьте, будет интересно. Начнем с класса А. И это, конечно, Deo Matisse. Если вы настроились прикупить что-то очень компактное, то следует присмотреться прежде всего к нему. Найти подходящего узбекского корейца труда не составит. Модель производилась в Узбекистане с 1998 года, и на вторичке выбор автомобилей просто огромен. Поначалу машина оснащалась лишь движком 0,8 литра и 52 лошадками, который сочетался как с механикой, так и с автоматом. Правда, чтобы вписаться в установленные нами рамки, машину с автоматом для покупки найти будет труднее. А вот с 2001 года на Matisse начали устанавливать 1-литровый мотор, но ему полагалась лишь механика. Младший двигатель надо капиталить уже к 150 тысячам километров, а старший держится почти до 200. Перед покупкой узнайте у бывшего владельца, провел ли он эту процедуру, а то в противном случае она ляжет на ваши плечи, а точнее ваш кошелек. И потребует от вас 20-30 тысяч рублей минимум. Также затратной статьей для обеих машин является катализатор, который живет на нашем топливе примерно 70-80 тысяч километров и обойдется в районе 15 тысяч рублей. Комплект сцепления замены обойдется в 5 тысяч, а ступичные подшипники и амортизаторы могут продержаться до 100 тысяч километров и стоят одинаково. Порядка 3000 рублей. При выборе Matisse обратите внимание на то, кто был в числе предыдущих хозяев по ПТС, так как лучше не брать машину, которая была во владении у юрлица, ведь машины данной модели очень часто трудились в курьерских службах и ресторанных доставках, где наемные водители их откровенно не жалели. Двигаемся дальше. B-класс и Deo Nexia. Если хотите что-то побольше Matisse, то советуем обратить внимание на его старшую сестру, Nexia. Модель по сути является Opel Kadett 1984 года, который корейцы стали собирать рядом с Matisse в Узбекистане. Найти за отведенный нам бюджет Nexia первого поколения с индексом N100 также легко. Предложений на вторичке много, что неудивительно, поскольку машина на нашем рынке официально продается с 97 года. Под капотом у нее находится 1,5-литровый 8-клапанный двигатель в 75 лошадей или мотор того же объема, но с 16 клапанами мощностью 90 лошадей. Оба они умеют переваривать даже 76-й бензин, которого сейчас нигде не найти. ГРМ на обоих моторах меняется раз в 60 тысяч километров вместе с натяжителями, что обойдется вам примерно в 4 тысячи рублей. Комплект сцепления вместе с работой по его замене потребует примерно ту же сумму, что и у Matisse. А самой разорительной частью расходов на Nexia может послужить рулевая рейка, которая не всегда поддается ремонту, а замена ее стоит почти 20 с лишним тысяч рублей. При выборе машины обратите внимание на нижние части дверей и арки, они первыми сдаются под напором ржавчины. И если вы всерьез настроились на Nexia, то рекомендуем подыскать рестайлинговый вариант после 2002 года, конструкцию которого перекочевали многие детали от Chevrolet Lanosa тех лет, что позволило вылечить множество детских болячек. А вот хорошей новостью для покупателей Matisse и Nexia станет то, что оригинальные запчасти стоят почти столько же, сколько и их безымянные аналоги. Как вы поняли, мы двигаемся по алфавиту, и следом C-класс и Opel Astra F. Astra F пришла на смену кадету E прародителю Nexia в 91 году и продержалась на конвейере до 1998 года. Типы кузова – седан, хэтчбэк и универсал. На вторичке можно найти 4 бензиновых мотора 1.4, 1.6, 1.8 и 2 литра. А вот дизелей, которых полно в Европе, у нас не сыскать. На Astra F чаще всего установлена механика, и автомат найти довольно трудно. Увы, выбор на вторичном рынке довольно скромен, поэтому разброс средних цен не особо велик. Все моторы в равной степени надежности и особого криминала за ними не замечено, но лучше выбрать тот экземпляр, который проходил капитальный ремонт хотя бы в последние лет 5. Контрактный двигатель можно найти примерно за 40-45 тысяч рублей.
Также обратите внимание на передние рычаги, которые обойдутся вам 8000 за штуку оригинала и 1500-2000 за аналог. Почти все Астры тех лет везены к нам из Германии и довольно хорошо сохранились. Нарваться на гнилой кузов трудно, но все же очень советуем при покупке обратить внимание на пороги. Следом D-класс и Ford Mondeo 1. Если Nexia и Astra для вас маловаты, то надо смотреть на что-то классом повыше. К счастью, за 100 тысяч рублей можно отыскать машины приличных размеров. Скажем, в классе D можно обратить внимание на Ford Mondeo первого поколения. Он продержался на конвейере относительно недолго, всего 3 года, с 93 по 96. Машина выпускалась в трех кузовах – седан, хэтчбэк и универсал, и все три можно легко найти на вторичке. А вот выбор моторов не столь обширен, почти все Mondeo тех лет, что можно найти сейчас в России, оборудованы движком 1,8 литра и 115 лошадей. Но иногда встречается и движок 1,6 литра, хотя и редко. А вот дизель, так же как и автоматическую коробку, найти на них очень непросто. Оригинальное сцепление на этот Ford стоит дорого, почти 15 тысяч рублей, а вот аналог по-божески в районе 4. Если полетят амортизаторы передней подвески, то удар по кошельку составит в районе 6 тысяч рублей за оригинал и 1500-2000 за аналог. Приятно удивят цены на тормоза, приобрести передний тормозной диск вместе с колодкой стоит всего 1500 рублей. Так что кому Ford по душе, выбирай и покупай, а мы едем дальше. E-класс и Mercedes V124. Если, имея 100 тысяч рублей, вы захотите машину благородных кровей и престижного класса, то вы явно не пройдете мимо легендарного 124-го. Он хоть и не продавался у нас официально, но все равно очень любим и распространен в нашей стране. Машина встала на конвейер в 84-м году и продержалась на нем аж до 1997-го. Двигатели на вторичке встречаются объемом от 2 до 3 литров, которые кушают бензин или дизель. Коробки, автомат или механика, в общем, выбор есть. Оригинальные запчасти, к сожалению, для этого автомобиля найти можно далеко не на все узлы. К примеру, сцепление есть лишь аналоговое по цене от 6 до 10 тысяч рублей, в зависимости от мотора. Амортизатор шильдика Mercedes обойдется в 4 тысячи рублей, а его аналог втрое дешевле. Опорный подшипник карданного вала стоит в районе 700-800 рублей. Огорчит ценой оригинальный радиатор охлаждения двигателя, за которые просят непомерные 30 тысяч рублей, но аналог можно найти за 3-5 тысяч и не париться. При выборе 124-го, помимо технического состояния, особо внимательно изучите документы, так как на рынке очень много машин с темной историей или вообще без каких-либо бумаг. А мы подошли к F-классу, BMW 7 серии E32. Если вам 124-й слишком мал и вы нацелились на представительский класс суммой в 100 тысяч рублей, то особого выбора у вас нет, и скорее всего вы присмотритесь к BMW 7 серии в кузове E32. На вторичном рынке почти все семерки с мотором в 3 литра. Изредка можно найти 2.8, 3.5 и 5-литровые двигатели, но их не так много. А вот коробки встречаются как автоматические, так и рукопашные. Оригинальные моторы на этих семерках редко доживают до наших дней, поэтому внимательно сверяйте VIN-номер на двигателе и в ПТС. Сами контрактные моторы стоят от 36 до 100 тысяч рублей в зависимости от состояния и пробега. А если полетит генератор, то его проще перебрать, так как новые BMW-шные стоят 20 тысяч рублей, а аналог от 9 до 15. Оригинальное сцепление обойдется в 20-ку, не оригинал стоит в 2 раза дешевле. Подвески проверяйте передние стойки, амортизаторы стоят в районе 1500 рублей, а пружина обойдется на 200-300 рублей дороже. Заступицы продавцы попросят от 1200 до 8000 рублей в зависимости от того, что вы предпочтете, аналог или оригинал. Теперь перейдем к венам. Mitsubishi Space Wagon 2. За 100 тысяч рублей можно попробовать подыскать и семейный минивэн, например, космический вагон второго поколения от Mitsubishi, который выпускался в период с 91 по 97 годы. Таких машин очень мало, но они есть. Двигатель на вторичке практически один, двухлитровый, бензиновый. Машина имеет даже полноприводную модификацию, но такая, к сожалению, в определенную нами сумму не вписывается. Хуже всего в этом автомобиле дела обстоят с поворотными кулаками. Ни оригинальных не бывает, есть лишь фирменные по 11-12 тысяч рублей из Японии. В остальном сильных болячек нет, главное смотрите на состояние кузова. А вот если за отведенную сумму вы желаете что-то на полном приводе, то мы рекомендуем старую проверенную Ниву, или как сейчас она называется, Lada 4x4. Производилась машина в Тольятти, на Украине и в Казахстане.
За 100 тысяч рублей вы сможете найти автомобиль, который был произведен как в Советском Союзе, так и в этом тысячелетии, зависит от состояния. На вторичке много кузовов различных модификаций, хотя к наиболее популярным относятся рестайлинговые после 93 года, 3 и 5 дверки. Двигатели у него и бензиновые, объемом 1.6, 1.7 и 1.8 литра. Хотя также устанавливался и дизель 1.9 литра, но найти такую машину практически нереально. Покупая Ниву, сразу лезьте под машину и осмотрите днище, так как оно сгнивает примерно за 10 лет. По железу переварить дно с лонжеронами обойдется примерно в 5000 рублей, а вот у работ большой разброс цен в зависимости от регионов. Но советуем готовиться к 8-10 тысячам рублей за качественную сварку. Самое приятное, что у этого автомобиля нет проблем с запчастями. Во всех регионах они в наличии, и найти любые запчасти труда не составит. На рынке множество оригинальных и неоригинальных вариантов по очень доступным ценам, хотя и не отличающихся стабильным качеством. Как видите, в бюджет 100 тысяч рублей вписываются автомобили всех классов, хотя найти работоспособный автомобиль бизнес или тем более представительского класса практически нереально. Старые и некогда престижные автомобили в хорошем состоянии продают по значительно более высоким ценам, ну а бюджет на восстановление такого автомобиля из состояния хлама до конфетки — это даже не десятки, а сотни тысяч. Если ищете дешевую машину, которую не накладно будет обслуживать, не замахивайтесь на 25-летних немцев. Но помните, какой бы подержанный автомобиль вы не собирались купить, обязательно проведите его полную диагностику. Расставшись единожды с 1-2 тысячами рублей, отданными за обследование будущего друга, вы сэкономите не один десяток тысяч в будущем. На сегодня все. Ставь лайк, если понравилось это видео, и пиши в комментариях о том, какой из этих автомобилей тебе понравился больше. А также подписывайся на канал, если еще не подписан. С тобой был автомобильный канал ProAuto. До скорых встреч!